Тебе придется продать душу, чтобы получить мой вайп. Я молю за всех моих хоми, чтоб они попали в рай. Эти суки лижут друг друга, будто я хентай. Мои близкие сказали, ты все смог, теперь сияй. Купил дрифт, теперь десятка евро на ее ногах. Hey guys, you all know CSGO Fast. It's the oldest site in the community. It has a huge number of mods and constant draws and events. Use my code and get a free dollar. Самое смешное, что я ни разу не пиарил свой телеграм-канал. Тут 76 тысяч, ну, бессмертных. И я вижу, как вы читаете мое аудиосообщение, либо любое сообщение, и тут сразу по 12 тысяч просмотров. У людей, у которых по 500 тысяч, нету такой, вы понимаете, у них нету такой статистики, потому что кто они? Они не рождены побеждать. Они рождены накручивать себе подписчиков, сука. Ладно, если до конца этого дня будет 100 тысяч подписчиков, я разыгрываю 3 драгонлора в этом телеграме. Драгонлоры, не знаю, по 10 баксов будут стоить, но всего лишь 3. 3 победителя и все, поэтому рекомендуйте своим друзьям, там не знаю, куда вы напишите, но 100к и 3 драгонлора. Филтест, это какие там... Какие там сейчас расценки, я уже не слежу. У вас есть 3 часа. Бессмертные. 3 часа, я уверен, что никто... Ну, это невозможно. 100к набрать, 24 тысячи. Откуда вы их найдете, господа, откуда? Да, давайте, работайте, работаем. 100 тысяч, 3 драгонлора, 30 тысяч баксов. Ну ладно. На 30 тысяч насобираем баксов. Я не знаю, сколько драгонлора стоит. Мы что-то придумаем. Быстрее, быстрее, давайте. Шевелите своими мозгами, как это сделать.